Серебро выиграли спасатели Югры. Наша команда заняла второе место на открытом чемпионате по пожарно-спасательному спорту. В турнире, посвященном памяти заслуженного тренера России Михаила Федорова, за победу боролись спортсмены Уральского федерального округа. На состязаниях отличилась югорчанка Екатерина Чендакова. Она стала лучшей в подъеме по штурмовой лестнице. Кроме того, команда Югры первой пробежала пожарную эстафету и стала третьей в боевом развертывании.